Доброе утречко, добрый день. Может, кому-то и вечер. Сегодня уже отдохнувшие, устали. Позавтракали и будем ехать сегодня на свадьбу. Я проеду вдоль берега, океана немножко. Городу по побережью посмотрим. Город погода супер тепло. Полиция, кто-то вызвал. На ресторан. Что-то они тут в ресторане. Так, друзья. Сегодня первый, то есть последний день гостиница. Переночуем и потом домой будем ехать. Вот все тут. Водичка. Сколько тут кораблей, не кораблей, а этих парковочку найти, остановиться, посмотреть. Пока все занято. Все, люди. Набережная. Там горы, люди живут. Это здесь яхты, катера справа. Поедем туда дальше еще, посмотрим. Thank you.
стоят, водичка, еще разворачиваюсь, едем еще туда. Ну, все видно, наверное, я думаю, видно. Люди бегают по дорожкам, отдыхают, кто на яхтах плавает, катается. Вот. Да, днем вообще тепло. В одной маечке хоть бери, то купайся. Но океан все равно прохладный, холодненький. Эти, кто катается на этих досках, так они одевают форму специальную, теплую, чтобы им не холодно было. Как они там, не знаю, как и называют эти доски. Тут даже елку поставили возле воды. Сейчас проедем по этой стороне побережья. О, нашел парковочку. Остановимся. Посмотрим, выйдем на улицу. О, хорошо тут. Они камнем вот перегородили тут, чтобы волны, видать, не были. Чтобы яхты могли заходить сюда. И дальше идет в океан. Там мощные камни там загорожены. Спущусь чуть ниже туда к водичке. Вот камни здесь под берегом. И камни туда. Вот аж. Чтобы не было волн для яхт. О, прекрасное утро. Всем желаю всего хорошего, здоровья, счастья, любви, мира и всего хорошего. Хорошего настроения. Будьте живы и здоровы. Храни вас Бог.